Всем привет! Сегодня я хотел бы показать вам работы итальянского художника эпохи Возрождения Паоло Моранда. Информации практически никакой нет о нем. Ну, в общем, информация по большому счету и не нужна. Зато остались работы этого художника. Вот с этими работами я вас сегодня познакомлю. Посмотрите на вот действительно красоту. Есть только сведения, что он родился в городе Вероне между 1485 и 1488 годами. Учился в мастерской Франческо и Доминика Мороне. Практически больше никакой информации нет, вот поэтому просто давайте посмотрим эти работы. Работы действительно хороши, если можно так сказать. Притом надо понимать, что это 1490-е, 1514-е, 1520-е годы. Ну, вот, собственно говоря, я не знаю, что еще сказать. Давайте просто посмотрим работы, повосхищаемся. Вот такой художник. Художник Паоло Моранда. Художник эпохи Возрождения. Все, всем пока, всем привет. Давайте посмотрим просто картину, потому что я не смог ничего интересного, как мне показалось, кроме каких-то общих фраз, найти ни у нас в Википедии, ни в переводной Википедии. Все, пока-пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Смотрим работу Паоло Моранди.